Добрый день! Вашему вниманию представляем лот «Микс женский Street One 8». Подробную информацию смотрите в ссылке под описанием. Начнем вот с такого снудика. Тут у нас хлопок. Вот такой вот шарфик, он довольно большой, как бы в два раза, да, складывается. Приятных цветов. Также есть вот такой вот косыночка, платок. Тоненький, тоже тоненький прям. Дальше. XL размера. Ветровка. Ветровка у нас тоненькая. Внутри такой, как сказать, удерживает, который температуру, да, материал. Непромокаемая, непродуваемая, капюшон. С пропиткой тоже, с вкладом. Так, дальше Street One 42 евро размер. Это кардиган. Очень мягкий, теплый. Такой вот прекрасной расцветки тоже. Дальше идет у нас парка. Теплая. Здесь спереди, видите, утепление прям меховое. И внутри она трикотажная. Очень приятная к телу. Тепленькая осень, весна. Удлиненная. Размер, не сказала. Размерчик у нас здесь евро 40. Дальше вот такой свитер. Воротничок, стоечка. Это Сесиль. Размер XL. Тоже хлопковый он. Так. Здесь у нас Сесиль. И это пончо. Пончо с воротником. Очень мягкий материал. Тоже теплый. Размер 2XL. Вот такая тонковка. Рукав до локтя. Street One евро 40 размера джемпер. Прекрасный. Очень хорошо тянется. XL размер кардиган. €42 размер. Вот такая вот тонковка. Тут такой вырез. Отделка очень красивая. Водолазка. Размер €42. Также Street One. И внизу, посмотрите, у нас как рубашечка как будто выглядывает. Накидка на плечи. Единого размера, здесь Сесиль. Street One жакет, евро 38 размера, трикотажный, плотный трикотаж. Толстовка Street One, евро 38 размер, и она с капюшоном, вот такой вот капюшончик. И утепленная, то есть с начесом небольшим. Накидка, опять же, Сесиль. Евро 36 размер. Вот такое платье. Материал стретч, тянется очень хорошо, тепленькое. Вот такое вот по фигуре. Жакет Street One. Евро 38 размер. Вот такой тоненький. Юбка очень теплая, прям вот такая очень-очень мягкая, теплая. Евро 38 размер. На подкладе еще. Вот. Евро 38 размер жакет. Удлиненный слегка. Так, евро 38 размер. Вот такой вот джемперок, рукав 3/4, воротничок очень тут тоже интересно сделан. Евро 38 размер брюки. Брюки тонкие. Евро 38 размер. Тоже вот такой джемпер, очень тоненький, тоненький трикотаж. S размер, это Сесиль. Вот такая вот
толстовка, ну, рукава, видите, у нее стеганые, как с небольшим синтепоном. И вот такой вот капюшон большой. А, спинка, кстати, тоже вот внизу такая стеганая. Жакет 44 евро размер. Сесиль размер S. Кардиган, крупная вязка, прекрасный, прекрасная нить. Здесь, ну, хлопок. И вот такой он длинный, очень такой тяжеленький. По бокам разрезы и внизу вот такие вот бахрома. Так, джинсы 25 размер, прекрасный цвет. Евро 38 размер, вот такая вот, как свитшот, немножко с утеплением, прям вот мягонький такой внутри. И снаружи тоже классная очень ткань, мягкая. И вот такой с пайетками, чудесный. Евро 38. Размер L, кардиган с бахромой. Тонкий трикотаж. Сесиль это у нас. Так, Street One, евро 38 размер, рубашка. Хлопок. Street One, евро 36 размер. Вот такой вот джемпер. Здесь у нас евро 40 размер. Двадцать седьмой размер джинсы. Джинсы у нас на резинке. И тонкий такой джинс. Как трикотаж даже, знаете, такой трикотажный. Так, евро 38 размер. Кардиган. Сверху застежка. Вот такой прекрасный. Водолазка. Очень мягкая. Тоненький трикотаж. S. Oliver. И размер у нас... 40-й, наверное. Вот такая вот. 2 XL кардиган. Так. Евро 40-й размер. Вот такая рубашка. Видите, с такими полосками. Хлопок. Здесь у нас евро 42 размер кардиган, очень плотный, тяжеленький такой, теплый. Здесь штаны, брюки, евро 42 размер с лампасами, стрейч очень хороший, стрейч материал, тянется все, здесь резинка тоже плотная, тянется прекрасно. Вот такие вот брючки, как из спортивного трикотажа, только очень плотные. 38 размер, вот такой вот. Жакет, кардиган, на застежке сверху, под замшу, внутри трикотажный. Евро 34 размер кардиган длинный, тонкий трикотаж, вот с кармашками. Джинсы, здесь у нас 28 размер, вот такие вот. Джинсы классические, прямые. Платок внутри, как флисовый, знаете, такой мягонький. Вот, прекрасный платок. Можно как на плечи, так и на шейку, и на голову надеть. Очень тепленький. Размер M, это Сесиль, тонковка. Здесь у нас 29 размер брюки. И 44 евро размер, вот такой жакет. Подробную информацию смотрите в ссылке под описанием. Спасибо за внимание.